Капитан, мы проследили беглецов Рейнера и Менска до опустошенного протосами мира Айур. Очевидно, эти двое получили защиту в укрепленной стоянке протосов, которая находится возле ворот деформации. Не понимаю, почему протосы приняли их? Не знаю, Жерар, но протосы не единственная наша проблема. Наши датчики зарегистрировали многочисленные выводки зергов вокруг базы протосов. Правда, сейчас выводки в пассивном состоянии. Но это еще ни о чем не говорит. Если бы выводки напали, мы могли бы зажать их в окружении. Понимаю. Мы должны пойти на риск. Менгск представляет значительную угрозу и должен быть уничтожен. Капитан, вы сосредоточите нападение на командном центре мятежников посередине стоянки протоссов. Должно быть, там и прячутся Рейнер и Менгск. Мы же поднимем наши воздушные фрегаты и поможем вам с воздуха. Вице-адмирал Стуков и лейтенант Дюран обеспечат вам прикрытие. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Дезертир. И мы продолжаем, на этот раз нападаем на Рейнера. Вот такое количество муты там, что я могу сказать. Ну что ж, у нас есть валькирии, и посмотрим, кто кого. Вы просто посмотрите на это. Если ребята разобрали муту, как нефиг нафиг. Жалко, правда, танки косают. Ай. Ну что ж, тут у нас попутно летят все больше и больше полезных вещей, которые мы, в принципе, можем здесь расставить. Что, я думаю, мы с вами сейчас и будем проделывать. Естественно, куда-нибудь сюда мы с вами впилим полезные вещи. Так, здесь у нас, кажется, остался один танк. На нем мы и сосредоточимся. Отлично. Валькирии просто замечательно справились со всей угрозой, которая нас могла ожидать, и, в общем-то, да. А ну, держитесь, есть работа. Отлично. Давайте пока к танкам вот сюда высадим, дабы было небольшое прикрытие. И будем собирать потихонечку что-нибудь полезное. Попутно построим, таки опять-таки, что-нибудь полезное. Ну а здесь, как воздушное прикрытие, думаю, сойдет и вот эта гадость. Так. В принципе, у нас больше здесь никого и нету. Да больше здесь особо никто и не нужен. Строим. Заводик. Садим воздух. Строим больше рабочих. Как только построим достаточное количество ресурсных депо, которых у нас нет в принципе. Проблема. Несмотря на то, что наш друг сказал, что работа выполнена, и нет проблем, но проблем у нас все-таки имеется. У нас катастрофически не хватает ресурсных депо. Надо это дело как-то править, чем мы, собственно, сейчас и будем с вами заниматься, дорогие мои друзья. Печаль, беда. Я надеюсь, он построит это все.
Отлично. Строю еще одну. Серьезно, только не говори, что ты застрял. Надо сделать проще. Отлично. Так, этот все еще строит. Этот уже достроил. Может построить что-то еще такого же плана. Так же, как и ты, между прочим. И где-то уже после вот этого момента у нас может нормально развиваться база. Ну а нам надо достичь вот этого месторасположения и, собственно, убить Рейнера, как вариант. Не очень-то, честно говоря, хорошая идея, но нам ли ослушиваться начальство? Как говорится, они сказали, мы выполнили. Ну, давай, построй тогда. Ладно. Теперь можешь строить, я надеюсь. Да. Отлично. Ну, и, в принципе, можно еще одну построить. Ну, вот у нас вражеские протосы. Прошли через врата деформации. Работа выполнена. Ну, будем надеяться, что у нас все получится на славу. Мы опять-таки умудрились запереть здесь нашего друга, но... Аму-то нам даже в каком-то смысле помогает. Вместе с малявками. Но протосов таки взять не так легко. Что нам, собственно, и продемонстрировали. Ладно. А на этот момент... У нас есть один большой плюс. Мы спокойно можем забрать всех ребят с помощью воздуха. Давай. И спокойно выгружаем ребят вот сюда. Ну все, вроде бы. Теперь спокойно можем создавать все что угодно. Так. Выделяем наших друзей и все-таки создаем как можно больше рабочих. А, ну, держитесь, а там уж и видно будет, что нам может понадобиться. Знаешь, давай ты построишь нам научный центр. Где-нибудь эдак вот здесь. Почему бы нет? У нас здесь есть пару ресурсных депо. Надеюсь, нам мута особо угрожать не будет, иначе нам будет немножечко больно, неприятно и, в общем-то, обидно. Ну да ладно. Помимо всего прочего, нам нужна академия. Ну, на ее добычу у нас не хватает немножечко минералов. Самую, так сказать, малость. Ну, я думаю, что это поправимо. Вскоре мы наберем достаточное количество. Как я вижу, мы уже набрали его. И сможем построить такие академии. Не хватает минералов. Угу. Ну окей. Теперь минералов вполне себе хватает. Ну, замечательный газ у нас добывается просто отлично пока что. Так как он особо нам не нужен. Отправляем большую часть на минералы. И остальную там 1-2 на газ. Нам будет показываться вот эта гадость довольно долгое время. Так что я думаю, что это хорошо. В любом случае надо будет прорываться через протосов. В любом случае это не очень-то хорошо. Вот еще одна СТВ-шка готова. Посылаем ее на добычу. И надеемся на что-то более интересное. Еще одна СТВ-шка. Отлично. Посылаем всех СТВ-шек. Хотя, знаете, давайте одну СТВ-шку быстренько возьмем.
прогуляемся с вами по округе, поглядим, что у нас здесь есть интересного. Что-то нападает на... Это мута, по-моему. По-моему, это мута. Мута-мута-мутата. Так. Что у нас есть в округе? Здесь есть подъем какой-то, и я так предполагаю, что там находится мута. Скорее всего. Ну, сейчас мы с вами... Ай-яй-яй. Ничего хорошего, я бы сказал. Проглядываем сюда. Там у нас пока как раз добывают минералы, которые нам пригодятся. Надеюсь, что мы увидим что-то хорошее, кроме муты. Кроме вот этой гадости. Нет, жопа нашему рабочему. Нет, надо же, смотрите, выжил. А? Воу. Что-то пошло не так. Пристегнитесь, парни. Отправляемся. Тебе не кажется, что ты должна была бы их забрать, нет? Отправляемся. Спасибо. Куда поедем? Осторожнее при выходе. Отлично. Поехали. Ну что ж, выгружаем маринесов и идем на этот самоубийственный непонятный момент в виде двух гидролисков. Снова, только скажи. Я разберусь. Только скажи. Рок-н-ролл. Ау! Сказал рабочий. Так, ладно. Если головка болит, я тут как тут. Да, если, в общем, у вас болит голова, то она вам придет на помощь. Ну а пока... Пока мы, собственно, ничего особого не имеем и развиваем то, что имеем. Ладно. Хорошо. Раскладка у танков уже изучена. Просто замечательно. Ну что ж, давайте, как всегда, лепаем танки. Ну и немножко мариков, конечно же. Куда же без них-то. Это станок. Прекрасно. Пристегнитесь, парни. А, продолжаем изучать. Осторожнее при выходе. Потратив транспортник, скорее Отлично. Всего. Куда поедем? Давай-ка вперед. Поехали! Давай-ка вперед! Поехали! Отлично! Поехали! Так. Куда поедем? Поехали! Окейшки. Осторожнее при выходе. Вот здесь у нас газ Следующая есть. Остановка. Давай-ка вперед! Поехали! Который, в принципе, Куда мы можем поедем? Захватить. Осторожнее при выходе. Давай-ка Что у нас вперед. Вот здесь? Поехали! Осторожнее при выходе. Давай-ка вперед! Отлично! Здесь у нас протосы. Ауч. И я потерял, собственно, наш кораблик мечты. А ну держитесь, есть работа. А ну держитесь, есть работа. Нам через ветерком. Загружаем. Выгружаем. Раскладываем и все такое. С протосами, конечно, повеселее в кавычках, поэтому надо как более аккуратно это делать, но окей. Ха. Ладно, они, как говорится, мстят нам, мы мстим им. Все честно, логично и хорошо. Что мне нужно сделать, это построить в идеале вот эту гадость. И начать там... Улучшение одной из... Так, вот эти ребята друг в друге запутались, к сожалению. Так, давайте возьмем вот их. На троечку.
И возьмем вот их на двоечку. Не сомневайся. Главное в момент, когда на тебя набегают маленькие линги, не пытаться что-либо сделать. Так, ребят, какого хрена вы здесь делаете? Это раз. Так, раскладываемся. Я пошел. Нам нужно лишить этой гадости воздуха. Как-то вот так мы это делаем. Очень хреновые гады. Прекрасно. Слушаю. Принимаю сообщение. Где же ты, мразь-то? Которая нас покоцала. Приветствую, командир. Иду, сэр. Так, нет, это работает немножко не так. Конечно. Это работает вот так. Ладно. Не хватает газа, если... Да, с газом у нас однозначно проблема. Так, здесь вроде нормально все. По крайней мере, теперь. Это как раз по мне. Мы видим, что зерги нападают откуда-то вот отсюда. Да, сэр. Поэтому эту зону мы и будем, в принципе, оборонять, я думаю. Это как раз по мне. Так, ты будешь вставать сюда или нет? Не сомневайся. Ну что ж, на моменте создания второй базы, я думаю, мы остановимся и продолжим уже, как только я разовью вот эту базу. И добавлю сюда что-нибудь более полезное. В общем, сейчас увидимся. Может, мне кто-нибудь заплатит? Дайте мне цель. Артур, это будет быстро. Итак, мы возвращаемся с вами назад. И под замечательные крики зергов, которые вы скоро услышите, мы начинаем маленькую атаку. Минус один танк, но это только начало. Замечательно. Не сомневайся. Как обычно, мы берем танки, перекапываем их и идем вот так вот вверх, подальше. Надо, естественно, избавляться от муты. Мы видим, что там ничего хорошего нету. Надо аккуратненько проходить. Еду.
Отлично, перекапывая вот так вот, скажем так, танки, мы можем продвигаться. Замечательно, на мой взгляд. Замечательно. Даем разрушить танк, отвлекая на себя, так сказать, внимание. А, минус танк, понятно. Поезжаем еще чуть-чуть подальше, распадаемся еще раз и... Собственно, загоняем обратно в город, себе сюда внутрь. Вот эта хренотень. Надо было здесь ставить какую-нибудь защиту, но... Окей. Зергам обидно, что я, короче говоря, на них напал. Ну, танки отлично справились с поставленной задачей. Надо будет на самом деле их вот где-нибудь здесь разместить. Какой-нибудь линии такой вот. И, собственно, так и продолжать. Ладно, увидимся, когда я дойду до тиранов. Ну вот, а теперь мы, в общем-то, держим в довольно неплохом напряжении других зергов. Поэтому я думаю, что все идет довольно-таки классно, хорошо и качественно. Замечательно. Летим детектором сюда, и, в общем-то, сейчас мы уничтожим все, что здесь есть у зергов. И сейчас зерги, в принципе, перестанут представлять для нас какую-либо опасность. По-моему, замечательно, а вам так не кажется? Замечательно. Как я сказал немного ранее, танки для нас это жизнь. Танки для врага это смерть. Потрясающая логика. А, к сожалению, иногда танки нас подводят, типа вот, вот этой ситуации, например, они меня подвели. Хотя я сам на самом деле накосячил, но в целом это не имеет особого значения. Осматриваем базу на различные интересные места.
Ой, спорка гадина. Нет! Выжил. Я выжил. В ГГшеньке. Ну что ж, подводим танки, соответственно, и как бы легко и просто все это раздамаживаем опять. Что у танков рейндж большой, ну, в общем-то, здесь я закончил. Встретимся рядом с протоссами. Ну что ж, вот у нас здесь встретились и протоссы нам. И сейчас мы будем их истреблять. Все атакуем. Отлично. У нас довольно много танков, поэтому атака должна получиться довольно объемной и хорошей. И у нас есть антивоздух, есть антиземля. Так что, в общем, все замечательно. Сейчас мы сделаем так, что наш детектор сможет к нам прийти, и это будет совсем замечательно. Замечательно, давайте атакуем здесь все, выносим. Не жалеем протоссов. Как говорится, они бы нас не пожалели. Отлично. Да, мы теряем танки, но в целом у нас все получается нормально. Замечательно. А теперь нам надо пройти вот сюда. Я, честно, пока сложно немножечко представляю, как это нормально сделать без потери каких-либо танков, но... Мы это должны как-нибудь сделать. Без какой бы то ни было раскладки. Нам нужно, не раскладываясь, пролететь немножечко вот сюда. Отлично. И где-нибудь вот здесь вот разложиться. Тут же пролететь нашими валькириатами. Не дать убить наши танки. Отлично. Теперь наша основная задача — это тупо пробираться выше и выше. С раскладкой или без, ну тут уже нам самим решать. Я думаю, пойдем все-таки через раскладку. Сейчас надо вот эту гадость снести. Больно, теряем войска, но в целом пока живые вроде бы. Долго убивается. Но, тем не менее, он не может противостоять нашим войскам. Еду. Да, сэр. Это как раз по мне. Дайте мне цель. Что ж, неразложенными танками бежим. Замечательно. Раскладываемся, я думаю. Минус танки, конечно, но тут либо-либо. Прокладываем себе путь дальше.
Замечательно. Где-нибудь вот здесь раскладываемся. Надо все-таки добить его тут без вариантов. Это будет, конечно, долго. Давайте сделаем вот так. Спасем здесь наши юниты. Не сомневайся. Все равно он пойдет как бы за нами. А вот теперь будем атаковать его. Замечательно. Ну что ж, наша основная задача, собственно, выполнена. Хорошая работа, капитан. Командный центр уничтожен. Но похоже, что Мэнкс и Рейнер попытаются бежать через ворота. Будьте готовы перехватить их корабль. Погодите, я только что увидел большое войско зергов на северо-востоке. Это позиция Дюрана, но похоже, он покинул это место. Лейтенант Дюран, это Стуков. Эй! Я вижу огромный рой зергов в вашем квадрате. Ответьте, черт побери! Это странно, вице-адмирал. Мои сканеры ничего не показывают. Может быть, у вас проблемы с оборудованием? Лейтенант, если зерги пройдут, мы никогда не поймаем Мэнска. Я приказываю вам вернуться на вашу позицию и пополнить мои отряды. О, извините, сэр, но ваш сигнал пропадает. Я попытаюсь наладить с вами контакт позже. Дюран! Капитан, через 15 минут ваши позиции будут захвачены превосходящими силами зергов. Советую вам немедленно отступить в направлении главных сил флота. Передайте адмиралу Дюгале, что у меня есть личные дела, с которыми я должен разобраться. Нормально. Фига себе там зергов. Да. Так, они нас точно угробят. Уф, мы это сделали. Всем спасибо за внимание и пока-пока.